Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Привет, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно, и сегодня я вам расскажу про обновление в игре Rush Wars 0.188, это обновление, здесь вышли новые карты, больше золота нам обещают в этой игре, ну и вообще сегодня пооткрываем вот эти вот сундучки, поиграем, в общем, ребят, будет очень интересно и классно, сразу же, ребят, поставьте лайк, друзьям, пожалуйста, расскажите, поделитесь этим роликом своим друзьям ВКонтакте, Фейсбуке, где угодно. Также подписывайтесь на все мои социальные сети. Все, ребят, ссылки есть в описании. Итак, ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что здесь интересного нового появилось. Также, ребят, обязательно вступайте в наш клан. Наш клан называется в этой игре Шубин. Вступайте, и на самом деле буду я очень рад, если вы это сделаете. Так, у меня здесь аж 7-й якобы, да, уровень. Это странно, вроде был у меня 6-й. Хотя, может быть, я еще ступутал. Кстати, я здесь пока что на первом месте, но я думаю, придут жесткие игроки, которые смогут меня, так сказать, потеснить. Тем более, здесь игроков совсем у нас немного. У нас тут есть 23 места, ребят, так что вступайте. Клан Шубин, ребят, ищите клан Шубин. Так, ну что ж, давайте, собственно, атака. Сразу в атаку пойдем. Короче, что-то здесь обновилось, и это хорошо. И это хорошо. На самом деле, просто по-другому стали иконки выглядеть. Также появилась вот такая штука. Рэдди, чувак, короче, типа такого, знаете, вожака, какой-нибудь полководца, который гонит наших пацанов в атаку и сам, причем, тоже стреляет из пушечки. И когда он идет в атаку, он еще, помимо всего прочего, помимо того, что он стреляет, он еще и вокруг себя создает зону, когда наши, соответственно, войска бывают более активными. То есть, как вот как при вот этой штуке. Вот, так что, ребят, это очень крутая штука, очень крутая фича. И давайте уже откроем, на самом деле, вот эти сундуки. Я специально ждал и не открывал до этого ролика. Погнали. Люблю их открывать. Так, гемчики, ребят, конечно же, гемчики мы любим очень. 176 у нас гемчиков. Теперь в сумме... О, новая, ребята. Unlocked new card. Gatling. Охрененно. Слушайте, у нас еще и горилла, ребят, горилла. Причем постоянно пользуюсь. Люблю эту карту горилла. Еще какой-то гэтлинг есть. Это, скорее всего, штука для защиты нужна. Это прям круто, ребят. Это прям круто, слушайте. Я прям рад. Слушайте, какой-то гэтлинг нам выпал. И вообще прям красиво. Прям красиво. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк друзьям. Раскрыть колокольчик, нажмите, как можно больше лайков накидайте. И да, друзья, кстати говоря, я играю без VPN. Я играю в России, находясь. Поэтому, ребят, если вы хотите об этом более подробно узнать... Ох, Гэтлинг, еще одна карточка выпала, прикольно. Мортира тоже, я этой штукой пользуюсь. Ну и 53 голды, это, в принципе, тоже неплохо. Так что, ребят, в общем, пишите в комментариях, если вы хотите узнать, как все-таки скачать Rush Wars. Если еще вдруг вы не скачали, это, я напоминаю, игра от Supercell. То, в принципе, пишите в комментариях, я сделаю ролик, как скачать эту игру еще раз. Сделаю ролик, и как играть без VPN. Ребят, я играю без VPN, все нормально, в принципе, работает, все классно, все, блин, люблю эту игру, мне нравится. Так, ну что ж, отличные карты нам, в принципе, выпали. Так, окей, хорошо. Давайте сразу, наверное, апгрейдим. Что мы там можем апгрейдить? Мы можем апгрейдить гориллу, которой я постоянно пользуюсь. 600 монеток. Блин, это уже дорого, ребят, потому что с монетками, конечно, она тут не очень хорошо. Причем, ребят, мы пока что играем без доната, ребята. Вот, если эта игра будет вам больше и больше нравиться, то будем также донатить в эту игру. Почему нет, кинь еще конкурс также устраивать в этой игре. Так что, ребят, если вам нравится эта игра, если вы любите эту игру так же, как я ее очень люблю, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, друзьям тоже расскажите. Так, окей. Ну, этого, по крайней мере, апгрейдили. Что здесь еще можем апгрейдить? Ну, в принципе, вот еще какие-то штуки есть, которые мы можем апгрейдить. Но, друзья, у меня есть уже очень классная команда. Я, в принципе, покажу, как она работает у меня. Так, мортира. Вот такая еще хреновина у нас появилась. Новая карта. Хелч. Можно плюс 90 сделать. Так, она 900. Дамаг. От 10 до 110. Ну, прикольная штука, на самом деле. Очень даже прикольная. Ладно, в следующий раз мы... А может быть, и в этот раз посмотрим. Короче, у нас тут уже куча всяких штук. Ага, типа нужно. Окей, хорошо, я выбираю вот этого чувака. Так, я выбираю гориллу. Горилла, она прям классная, крутая. А что, кстати, у меня мало этих карт? У меня было больше карт вообще-то. Где карты, которые я любил? Вот Ready. Так, этот чувак, он типа готов, он все по-любому должен вступить. Очень странно, что я не могу выбрать тех персонажей, ребят, которыми я обычно играл. Ну реально, почему-то я не могу выбрать. Это странно, крайне странно. Ладно, я выберу вот этих вот
Хотя подожди, стой. Хотя, ну пусть будет так, это очень странная, конечно, у нас сейчас очень странная команда, но тем не менее, окей, давайте сыграем это. Я вот в подобном соотношении команды еще не играл. Ну ладно, в общем, я сейчас вам все покажу. Версус. Так, ну давайте этих пацанов, наверное, все-таки сюда поставим. Типа как такая, такой щит пойдет. Далее вот этого пацана, далее. Далее вот таким вот образом делаем. Далее ставим еще один щит. Какую-то хреновину. Так, я надо сначала выбрать. Так, вот что-то около того. Ну что, ребятки, Rush Wars, погнали. Может быть, слишком рано, кстати, я нажал. Да, по-моему, слишком рано нажал. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. В этом я, в принципе, не вижу. Так. А что-то как-то лагануло немножко сейчас. Не знаю, почему даже. Так, эта штука... Она вроде работает... Блин, я, короче, не туда эту штуку кинул. Ребят, что-то какой-то странный, очень странный бой получается. Максимально нелепый. Так, ладно. Вот он наш капитан. Эль Капитанчо. Так, этот чувак все-таки сможет это взять? Нет, не знаю. Слушайте, прям тяжело ему будет это сделать. Но! Нет, все-таки, наверное, нет, да? Да, все, капут ему. Ну что ж, не самая удачная катка в нашем исполнении. И следующий бокс. Ну, тут еще надо подождать, потерпеть, покорпеть, так сказать. Вот, ладно. Окей. Так, хорошо, хорошо, давайте, все. Хочу, допустим, я эту штуку апгрейдить. Любишь себя побаловать различными гаджетами? Или, может, не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными предметами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами. Например, если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080 Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить. Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи. Что для этого нужно? Нужно 2500. 2500, кстати, по-моему, дешевле стало. По-моему, надо было до этого, до обновления надо было 5000, ребят. На обновление нужно было 5000. Вот, теперь 2500. Что-то Wi-Fi типа у нас хреновый, ребят. То есть такая штука вот. Но я без VPN играю, сразу вам скажу, я без VPN играю. Так, здесь 5000. Ну, в принципе, раньше было 5000, когда я обновлялся совсем недавно. Так, ну окей, давайте еще раз рубанемся. Только почему-то нету тех карточек, к которым я привык. А именно, сейчас я вам покажу. Я привык вот к этой карточке питчера. Ее прокачивал, старался. Что сейчас? Я не могу понять, что за... Не-не-не, стойте. Я что-то прям не... Почему? Очень странно, ребят, очень странно. Куда делись те карточки, мои любимые? Мои очень любимые карточки, куда вы делись? Все очень странно. Ладно, в любом случае, беру, наверное... Даже две гориллы, короче, возьму. Вот таким вот образом поступлю. То есть у меня будет две гориллы и два вот этих вот щита, так сказать. В общем, поехали. Да, типа мы можем подождать 17 минут, это слишком долго, мы как бы за 10 монеток пошли снова в бой. Да, кстати, в принципе, каждый бой стал стоить у меня теперь уже не 5 монет, как было раньше, а теперь уже 10. Так, ну я не знаю, что из этого получится, но попробуем. Давайте что-нибудь попробуем сделать. Пойдем, наверное, в центр, да, пойдем, наверное, в центр. Гориллу закинем, соответственно, сюда такое сделаем. Сэндвич небольшой из наших войск. Будет сэндвич. Окей, погнали. А что вы сюда пошли-то? Серьезно? То есть я сюда вас выкину, а вы пошли хрен пойми куда. Странно, конечно, ну что поделать. Так, ладно, поехали, все. Красота. Сейчас отмудохаем эту хреновину. Отмудохали, кайф. Так, вот этих ночевочков тоже как-то в общем, завалить их нужно обязательно. Так, прекрасно, молодцы, пацаны, молодцы. Ой-ой-ой, о-ля-ля, о-ля-ля. Ну, это, я думаю, вообще изи должен наш горилла завалить, затащить. Ну все, ребятки, собственно, соперников не осталось. Осталось только добить вот эти вот звездочки и все. И пока все, ребят, в принципе, состав, конечно, экспериментальный, странный. Я имею в виду наш отряд. Но, тем не менее, сработал 3 звезды, и это классно, ребят. Это очень даже хорошо. 3 звезды, next box, отлично. Rare box. Так, 102 голды, это неплохо, друзья. Это прям реально неплохо, потому что, кстати, между прочим, в этом обновлении обещали, что будет больше голды. И, похоже, так и есть. Реально, и паки стали получше. Серьезно, ребят, потому что до обновления было меньше персонажей нам кидали.
У нас вот уже седьмой, как бы, седьмой уровень. По-моему, у меня был все-таки шестой до обновления. Я честно не помню. Ну, что-то там шестой, седьмой, вроде даже мне уровень повысили, хотя могу в этом деле ошибаться. И немножечко совсем у нас осталось до восьмого уровня. Это, в принципе, прикольно. Так, что здесь произошло? Вот такая у меня, в принципе, оборона здесь стоит. Ну, вроде спасает периодически, да? Так, в общем, что еще? Что еще интересного здесь есть? Здесь можно посмотреть, вот как наши пацанчики, так сказать, дефили. Или вот нашу, в принципе, атаку. Нашу атаку мы как раз-таки только что... Давайте, на самом деле, реально посмотрим. Я... Так, replay and longer available. Типа, слишком давно было, и хрен ты посмотришь. Я могу, типа, поделиться, но даже и поделиться не могу. Ладно. Возможно, в следующий раз я смогу это вам показать. Ну ладно, окей, давайте-то просто... Так... Скатаем, а здесь, я так понимаю, все больше и больше каких-то штук открывается, которые мы можем использовать. Но, друзья, я очень хочу использовать моих прошлых пацанов, куда они делись, типа, я что-то как-то не понимаю. Это крайне странно, непонятно для меня. Кстати, что по этому? Вот смотрите, типа, мы можем вот выбрать либо-либо-либо. Я все-таки выбираю вот эту штуку. Мне кажется, это самый нормальный реальный выбор. Вот, в общем, окей, снова будем делать сэндвич. И надеюсь, это правильное решение. Здесь вот, я смотрю, уже какие-то баррикады настроили. Сейчас мы аккуратненько тут все сделаем. Что-то как-то слишком далеко стоит, да? Или мне кажется. Ладно, окей. Пойду сюда гориллу поставлю. Короче, погнали. Вот так у нас, ребят, сэндвич получился. В принципе, погнали. Так, сейчас мы отмудохаем вот эту хреновину. Кстати, это достаточно классная штука для защиты. Хоть у меня вроде ее нету, не поставлено. Но довольно крепкая штука. У нас остались одни вот гориллы. Но гориллы, зато они могут кое-что, я думаю, по крайней мере, еще одну звездочку взять-то должны. К сожалению, у нас не осталось бойцов, чтобы вот этого чувачка завалить. Но что поделать, друзья, приходится как-то чем-то жертвовать в данном случае. Наверное, я немножко сделаю корректировку наших пацанчиков. Да, я, пожалуй, сделаю корректировку. Так, сейчас мы немножко изменим наш состав, наших бойцов. Так, что по апгрейду? Да пока нет бабла у нас. Не, ну хотя если 110 голды, что-то не хочется мне голду сливать на обновление. Это тем более, что здесь дают? Здесь дают, ну, дефенс. То есть у нас защита будет чуть получше на две штучки. Так что, ну, такое, знаете ли. Окей, хорошо. Давайте, собственно, немножко нашу... Так, одного пацанчика мы уберем. А, нельзя же добавить это здесь, точно. Это типа тоже два, это... Так все два. У всех два. Ну, то есть, типа, а чё, кого я смогу тут? Ну, хорошо, давайте вот еще эксперимент проведем. Это будет супер странно. Я, короче, еще танк закину. Может быть, танк как-то тоже сможет нам помочь. Может быть, лучше... Может быть, он лучше будет. Не знаю. Хотя танк я особо не улучшал, честно скажу. Так, ну что, танк сразу, наверное, вперед ставим. И вот две гориллы пусть будут бежать за танком. Хотя, на самом деле, танк, он достаточно медленный у нас. Но, тем не менее. Вот он разогнался даже. Он прямо, кажется, разгоняться умеет. Окей, все, кайф, чё. Не, все-таки танк кобзда. Причем быстренько кобзда настала. Вот, так что, наверное, это не самый лучший вариант для вот такой конфигурации. Вообще танк мне не очень нравится. Что-то вот я и в защите его убрал. У меня был в защите. И в атаку что-то я не люблю ставить. Особенно после вот этой катки. Ну и в принципе, в общем, я немножко до этого пробовал. До этого видео. Ну что-то не то, ребят, правда, что-то не то. Так, все-таки я, наверное, своих проверенных пацанов буду кидать. А именно две гориллы и вот такие вот штукенцы тоже буду закидывать. И будет, я думаю, вполне себе нормально. Так, а что по этому? Ну, собственно, здесь мы тоже... Хотя, давайте, наверное, попробуем вот эту вот опечку взять. Почему нет? Ну, по крайней мере, для видоса, чтобы вы понимали, что вот есть такая еще возможность дополнительная, да? Давайте, окей, возьмем. Так, хорошо. Ну, давайте, наверное, пойдем. Пойдем сюда, снизу опять. Я не знаю почему, но как-то снизу мне больше нравится ходить. Хотя, возможно, только это у меня так. Может быть, у вас как-то по-другому. В общем, погнали, у нас есть опечка. Поэтому, если что, будем хилиться. Будем хилиться, друзья. Так. Ну, пока так себе. Пока так себе. А сейчас уже можно похилиться. Можно уже похилиться, ребятки. Хилимся. Ну, слушайте, вот этот чувак, он реально жесткий. Слушайте, он прям поражает. То есть уже завалили нашего пацанчика.
Да, мы одну звезду взяли, но как-то вот что-то... Ну, хилка, наверное, в каких-то моментах она хороша, но что-то вот в данном случае она не очень себя проявила. Давайте все-таки вернемся к чему, правильно? Поменяем эту штуку на вот эту вот замечательную вещь. Это типа такой раш, как раз-таки ускоряет наших бойцов, делает их более сильными на небольшое количество времени. Но, тем не менее, это мне больше нравится. Мне кажется, это как раз-таки более правильный выбор. Так. Ну что, пацанов наших сюда ставим. Такс. Такс. И горилла. Ну что ж, поехали. Раш. Раш. Так, здесь, пожалуй, все-таки сразу же начнем раш, потому что, ну, надо пацанов этих поскорее все-таки, я думаю, завалить. Вообще не знаю, получится ли их завалить. Ну, вроде получается их завалить, это хорошо. У нас вот есть еще горилла, как бы, в защите. Горилла в защите, это как-то вот непонятно, честно говоря, для меня немножко. Но, тем не менее, вроде что-то у нее получается даже у этой гориллы. Но, тем не менее, мы уже вторую звезду взяли. И хочется верить, что у нас получится взять третью, но, наверное, маловероятно, потому что тут, как бы, вот... Много еще, много осталось. Да, все, к сожалению, мы даже не успели ни одного раза нанести удар по третьей звезде, по решающей звезде. Но у нас есть следующий бокс, common бокс. Так, что здесь у нас? 47 голды. Plumber one. Ван, ван, просто ван, ван. Окей, просто немецкий как бы изучал в школе. Так, буст плюс одна штучка. Окей, хорошо. В принципе, хорошо, я хочу ее прокачивать, это классная вещица. Так. А почему, кстати, вот, ну, допустим, окей, ну, как бы можно здесь превью посмотреть, типа, как эта штука работает. Эта штука мне нравится, но, друзья, почему я теперь не могу выбрать, вот, допустим, атаку хочу. И, как бы, а куда она делась-то? Cards, refreshing, что, типа, надо, чтобы они, не знаю, ребят, правда, куда они все делись. То есть, они, как бы, были в атаке, что-то их не стало, в общем, как-то стрёмно, конечно, стало. Вот, но, тем не менее, ладно. Собственно, я думаю, повторяю тоже вот нашу прошлую атаку, так сказать. Потому что это, как мне кажется, максимально удачный вариант вот. Ну, короче, будем еще также различные дум тактики рассматривать. Опять же, ребят, ставьте побольше лайков, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, друзьям рассказывайте обязательно, чтобы тоже приходили, с вами вместе смотрели, с друзьями смотреть видос, классно ведь. Так, ну что ж. Ну, погнали, давайте. Наверное, уже здесь начнем, пожалуй, рашить. Так, отлично. Защита хорошая, на самом деле. Вот эти вот и бросатели. И, ну, как бы все. Я же говорил, хорошая защита. Это правда хорошая защита, особенно учитывая вот мою такую тактику странную. Ну, то есть я обычно иду сразу. Я что-то, короче, здесь, наверное, неправильно сделал. Нужно было идти по одному, и, может быть, что-то из этого получилось. Так они просто хреначили все в одном месте. И, как бы, там есть еще, как бы, такой эффект взрывной волны. То есть, если они в одном месте хреначат, то, как бы, получается, сразу кучу на нас бьют. И это, наверное, было неправильно с моей стороны. Ладно, окей. Что ж, пока этого чувака я не могу выбрать, к сожалению. Ну, ладно, в любом случае, выбираю ту же самую команду. Хотя, в любом случае, наверное, это не самый оптимальный вариант. Потому что что-то как-то вот могло быть лучше. Могло быть и лучше, ладно. Закидываем. Просто на самом деле я уже видел таких чуваков здесь. Причем даже наш клан заходил, какой-то чувак, у которого было больше 10 тысяч. Это страшно. Как так? Как так? Он продал душу, что ли? Rush Wars, или просто раньше до каких-то обновлений давали больше этих вот очков. Я не знаю, как он столько мог набить. Больше 10 тысяч чувака. Вы прикиньте, больше 10 тысяч. Это жесть как много. Да, это хорошая штука. Всего лишь она. Что-то какие-то чуваки жесткие пошли. То есть я вроде чуть выше поднимаюсь, но, блин, я в атаке не стал сильнее. То есть вот в чем проблема моя. Так, окей, ребятки, восьмой. Восьмой левел. Восьмой левел, 10 геймасов нам дают. Приятно, приятно, не скроем. Так, ну и что у нас здесь? Можно, в принципе, уже даже апгрейдить вот эту штуку. То есть как раз-таки с восьмого, я так понимаю, левела она доступна, да. Она доступна с восьмого левела, нужно 5000 или 228 геймасов. Ну, дополнительный, конечно же. Чтобы у нас было дополнительно больше голды. То есть будут еще новые карточки. Так что, ребят, здесь есть что обсуждать. Здесь есть что снимать интересного, показывать. Поэтому, ребята, как минимум, ребят, поставьте лайк. Вот, как-то так. Это очень важно и интересно. Так, ну что, давайте вот, по крайней мере, соберем еще один. Ну, хочу, короче, по крайней мере, еще один пакет открыть. Или ящик, или как он здесь называется. Common box, короче, бокс. Коробочку, да? Слушайте, я, наверное, здесь пойду... Я здесь пойду сверху. Я здесь пойду сверху и, наверное, даже вот таким вот образом сделаю. Немножко поменяю наш сэндвич. Вот. Сделаем его немножечко другим. Хотя вот...
Тут не знаю, что это. Поближе, можно ее поставить? Нельзя, походу, поближе поставить. Ладно, пусть будут эти чуваки где-то здесь. Все, вот примерно такой у нас сэндвич. Странный, непонятный. Ну, погнали. Так, мочим всех этих негодяев, так сказать. Но хочется все-таки взять вот эту звезду. Это главная звезда. Блин, серьезно, не получилось? Оу, щет. Это капут, да. Не получилось взять, к сожалению, эту звезду главную. И мы отправляемся в небытие, так сказать. Неприятно, что поделать. Ладно, окей, давайте еще раз. Атака, разбег, атака, в общем, погнали. Также, ребят, пишите в комментариях, хотите ли вы стрим по Rush Wars. В принципе, там вы можете задать все вопросы по этой игре мне. Вот, ну и это будет более интерактивно. Сможем вместе с вами, возможно, сыграть как-то так, в общем, как-то пообщаться. Вот, так что пишите, ребят, в комментариях. Короче, что мы здесь делаем? Здесь, блин, опять это хреновина. Не, она жесткая, она прям жесткая, ребят. Я, наверное, даже подумаю себе ее в состав поставить как-то. Так, и вот что-то такое ценное еще опять же сделаем. Странный, непонятный, но что поделать, поехали. Терпим, ждем. Да поехали, все, давай. О май гаш. Все, прорвались, ребята. Отхреначить нужно вот эту хреновину. Между прочим, у нас уже одного гориллу завалили. Че такие жесткие соперники-то пошли, ребята. Почему именно тогда, когда я записываю видос, я же должен обалденный скилл показать. Но получается как-то все наоборот. На самом деле просто почему-то у меня сменилась команда. Я привык к своей уже команде, она классно ее прокачивал. Я за нее топил, а сейчас как-то вот я не могу использовать те карты, которыми я привык. Серьезно, что за бред. Ладно, давайте тогда будем вот пробовать какие-то другие варианты. Типа вот таким вот образом сделаем. Давайте таким вот образом, да. Что-то, ну не знаю, что-то странное, конечно, сейчас мы делаем. Но почему нет, давайте попробуем. Может быть, что-то из этого и получится. Так, что по этому, давайте вот такую штуку возьмем. Я сейчас вот вообще какую-то максимально экспериментальную команду взял. Я вот таким образом никогда еще не катал. Ну и окей. Погнали. Так, мы сейчас должны высаживаться на зеленой вот этой травке, да. Тачку ставим. Так, ну вот это малышка пусть тоже побегает. А, она, слушайте, она прям супер быстрая. Смотрю. Она даже тачку обогнала, да? Так, ну окей, я не знаю, как, насколько она хороша. Ее типа не видно, что ли, видишь? Как она работает? Ну, в любом случае, по крайней мере, звезду уже взяли одну. Уже неплохо. Уже неплохо, друзья. Хотя, конечно, по баблу мы можем немножко, так сказать, про... Ну, собственно, нас в минус анули, ребят. Но, по крайней мере, одну звезду взяли. Это уже хорошо, друзья. Это уже хорошо. 22 монетки. То есть мы в плюс по баблу. Это хорошо. Это хорошо. О, upgradable. Upgraded. То есть мы этого чувака уже можем использовать. Это очень хорошо, друзья. Или не можем. А чё он так вышел, кстати, этот чувак? Чё ты вышел? Чё ты вот вышел, а? Какого? Тачка это... даже не знаю. Ну давайте тачку все-таки я возьму. Этого чувака возьму. И парочку вот этих вот штук, наверное. Вот такой состав хоть будет. Я, мне кажется, это будет более оптимальный. Ну посмотрим. Короче, в любом случае защиту ставим вперед, чтобы как-то вот пытаться пройти. Так. В любом случае защиту я ставлю вот таким вот образом. Потом пусть будет машина. Потом пусть будет такая штукенция снова. И горилла пусть последний идет. Будем стараться его спасти, так сказать. Ух, машина как поперла просто. Вот таз. Так, отлично. Вот, все. Ой, пацанов, сколько здесь много. Машину, короче, что-то мою калечит. Прям жестко такой машина. Такое ощущение, что машина просто доставляет. И все. На самом деле, так и она есть, похоже. Что-то машина мне не очень понравилась, ребят. Как-то вот не могу посоветовать вам машину. Хотя, возможно, кому-то она зайдет. Или если прокачать жестко. Так, окей, стены. Питчер. Питчер, горилла. О, атака. Карс фреш. Так, это что значит? Ага, ребята, доступны. Доступны еще ряд карт. То есть постепенно, я так понимаю, будут открываться... Все новые и новые карты, ребят. Сейчас я хочу показать вам несколько другой скилл. Хотя, опять же, нету всех тех карт, которым бы я хотел управлять. Но, тем не менее, давайте, допустим, таким вот образом поступим. Что тут еще можно взять? Ну, допустим,
Допустим, возьму этого чувака. И возьму гориллу, наверное. Короче, у нас будет две гориллы. Это жестко, опять же. Но, думаю, это будет классно. Слушайте, это прямо интересно. То есть, получается, сейчас карты меняются. То есть, они не постоянные, судя по всему. Ёшки-матрёшки. Ничего себе, тут чуваков-то, конечно, собралось. Но, возможно, это как раз-таки какая-то слабость, что ли, наших пацанчиков. В кедах, так сказать. Так, ладно, питчера сюда закидываем. Ну что, погнали, посмотрим, что из этого получится. Ну, собственно, гоу. О, да-да-да, давай-давай-давай-давай, хорошо, давай-давай, закидывай. Хорош, ребята! Нифига себе, получилось! Обалдеть, я же говорю, питчер охрененная карта, вот серьезно, питчер мне нравится, ребят, питчер нравится, если правильно его использовать, то это прям просто бомбезная карта, ребят, бомбезная карта, питчер просто люблю, ребята, ставьте лайки, если вам тоже нравится эта карта, вот как-то так. Ну что, кайф, слушайте, я хочу еще раз, слушайте, мне прям интересно стало, получится у нас вот что-то подобное, или, может быть, это просто случайность была, а может быть, все-таки нет, может быть, это на самом деле что-то. В этом... О, у нас доступен теперь этот чувак. Ну окей, классно, что. С ним должно быть даже несколько проще. Так, этого пацана как раз таки мы тут сюда и закидываем. Далее кидаем тут... Хотя почему, давайте тоже чувачка этого закинем. Дальше вот таким вот образом. Ну и питчера какой-нибудь сюда закинем, все, погнали. Хотя нет, давайте сначала. Ну примерно так пусть будет у нас. Оп, закидываем. Я слишком рано на самом деле нажал, эту штуку я еще как-то вот не совсем привык, потому что крайне редко все-таки я этой штукой играю. Так уж получается. Так, окей. Так, отлично. Не, ну здесь, конечно, мы очень уверены, прям супер уверены, потому что все-таки есть у нас этот капитан наш, Эль Матадоре. В общем, красавчик, все нормально, и на Xbox easy. Здесь прям супер изи получилось. Так, голда, 54 штучки. Jetpacks, Plumber One. Ван, я что такое, господи, почему так говорю, не знаю. Ладно, окей. Так. Классно, а чё по атаке? Ну, в принципе, те же самые карточки, я так понимаю, остались. Так что здесь нет замен. Здесь все так же, как и было. Ну ладно, окей, возможно, в чем-то другом это меняет. А, вот. Типа можно вот поменять карту за 25 голды. Или фута, не голды, а гемов. 25 гемов, это жестко, ребят. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравился ролик. Если так, почему не поставить лайк, подписаться на канал, друзьям рассказать, колокольчик нажать. Также, ребят, подписывайтесь на все мои другие социальные сети, на другие мои каналы, на мой стримерский канал, на мой запасной канал. Вдруг что с этим случится, вдруг опять меня взломают. Вот, также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, на мой Твиттер, на мой Фейсбук, на мой Инстаграм. Все ссылки, ребят, в описании. С вами был Макс Шубин. Всем удачи, всем пока. У меня появился обалденный магазин мерча и принтов на одежду. В магазине уже есть мой авторский мерч с символикой канала. Это реально интересно. Вот как он выглядит. Получилось очень ярко, современно, стильно. В магазине большой выбор одежды. Это и худи, и свитшоты, и футболки, и майки, и лонгсливы. Поло и даже есть сумки, бомберы, шапки, спортивные костюмы, кружки, дождевики. Вы точно сможете там найти себе принт по душе, по сезону, по стилю и быть в тренде. Доставка по всему миру, отличное качество печати, ссылка в описании. Обязательно заходи и закупайся на новый сезон.